Добрый вечер всем, добрые зрители доброго канала. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Добрый вечер, моя большая дружная семья. У нас очередной щенок-подросток. Сил нет, они на исходе, честно. Найда в клинике. Немного скажу в двух словах, у Найды перелом таза, пироплазмоз и гематомы на ребрах, но жить будет в следующих выпусках. Просто мы не успеваем конвейером выпускать эти действительно ролики, потому что очень много материала и операционных, и всяческих, но каждый через день у нас получается трагический ролик. Сегодня в 11 часов мне позвонила девушка, которая ехала к себе домой, в частные дома, и на обочине в луже, прямо в луже всего мокрого, сырого, увидела щенка, который просто лежал. Она его подняла и отнесла к столбику. Позвонила мне и попросила помощи, оказать щенку помощь. Ну, спасибо Кате, что уже перечислил денежки на его лечение, интересуется, звонит. Вот. Спасибо огромное, хочу сказать, Людмиле Гульбиной, которая никогда не отказывает в том, чтобы полечить у нее животных, подержать, передержать. Люда, спасибо тебе огромное, что ты у нас есть. Ну, а теперь к самому главному, что щенка назвали Максим. Максим. Мальчик. Начали обрабатывать. Мальчик погрызан, видимо, взрослыми собаками, сородичами. У него множественные прокусы и достаточно очень глубокие. Плюсом у него левая задняя лапка очень болезненно на нее реагирует, и он из-за этого не может ходить. При обработке тоже он сильно плакал. Укусил меня за руку, прогрыз мне сильно очень левую руку от боли. Болезненный такой порог очень-очень сильный. И здесь я просто поняла, что если такие глубокие прокусы, значит, мне надо обращаться к Николаю Николаевичу. Я позвонила, скинула ему видео, и он сказал, да, действительно, прокусы глубокие, могут задеты любые органы. Это только покажет УЗИ и рентген. Сейчас он у нас дистанционно проконсультировал, что надо, мы купили, сделали, пока мальчик лежит. Но, тем не менее, Николай Николаевич сказал, конечно, надо вести по-хорошему в клинику, потому что, быть может, все. Вот именно такие прокусы, тонкие, острые, они могут плачевно закончиться. И я абсолютно с ним согласна, потому что 4 года назад у нас была покусанная девочка, тоже, видимо, собаками, и до утра она, к сожалению, не дожила. Моя такая большая дружная семья, да. Вы видите, что у нас не прекращается. У нас не прекращается лечение и отвоз собак в клинику, но я по-другому не могу. А у нас в городе идет полная чистка собак. Собак травят. И знаете, что самое удивительное, что нигде невозможно купить пиридоксин, витамин В6. Такое ощущение, что это какая-то заказная такая схема. Но об этом мы потом тоже выпустим ролик. Он будет не для слабонервных. И уже на грани возможности мы спасаем настолько, насколько кого можно. Мы Вита, Максим, видим собачка и тащим их всех пока в приют. Кого, в общем, можем, того спасаем. Хотя он не резиновый, но так как они страдают, бедные, мучаются, приходится делать именно так. Моя большая такая дружная семья. Нету слез, они уже за неделю просто выплаканы все, честное слово. Нервы на грани.
на грани, я вообще на грани, мне кажется, срыва, потому что все, что мы сейчас видим за эту неделю, это страшно. У нас через день покалеченные собаки. Но и по-другому, я говорю, я не могу. Спасаем Максимку. Даже если что, я буду просить Николая Николаевича, пусть это будет в долг, в кредит, я не знаю, но Максимку мы везем в клинику экстренно, потому что невозможно предугадать такие тонкие именно клыки, они могут, Николай Николаевич сказал, во-первых, обширно, и повредить могли все что угодно. Там у него сильный отек. Заливаем практически по 2 тюбика хлоргексидина залили. Это очень много. При надавливании щенок очень сильно плачет. Я обращаюсь ко всем к вам. Ко всем к вам. К 5000 моим подписчикам. Каждый по 50 рублей, девчонки. Каждый по 50. Если вы откликнетесь все, мы поможем Максимке быть и жить в этом мире. Значит, было Богу так угодно, что вот он не попал под отравление, которое сейчас происходит в городе ужасное. А он именно, его именно погрызли, чтобы, может быть, таким образом спасти его именно вот от отравления. Я обращаюсь ко всем к вам. Моя большая такая дружная семья. Давайте поможем Максимке выжить. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро», Наталья.